У гэтым месяцы міліцыя Гомельскай вобласці адзначае 100-годдзе са дня ўтварэння. Да гэтага юбілею тэлерадыёкампанія «Гомель» прымеркавала цыкл сюжэтаў аб супрацоўніках органаў унутраных справ, людзях у пагонах, якія пастаянна знаходзяцца на абароне законнасці. Наш першы матэрыял з Рэчыцкага раёна. Убачыць старшага участковага інспектара міліцыі Дзяніса Каўганава ў памяшканні Рэчыцкага раённага аддзела ўнутраных справ можна толькі ў рэдкіх выпадках. Увесь працоўны дзень, які практычна ніколі не абмяжоўваецца 8 годинами, он находится на своем участке, территории Озерщинского сельского совета. Больше как 4,5 тысячи жихаров, и до каждого необходимо знайти подход. Был наставник Людмила Браздецкая, на пенсии уже 22 года. Дети, внуки, женщины наведывают. Але живут яны не у вёсцы, а тому и здарается это нечасто. Каже, что вельми чакала на доходы вясны, и теперь уже будет заниматься присядзибным участком. У супрацовника милиции пытанию до Людмилы Браздецкой нема. Это профилактичный визит. У гэты ж день Дзянісу Каўганаву необходимо наведать яшчэ и Озерщинский сельвыканкам. Разом со старшинёй обмерковываются усе існуючыя проблемы. Необходимо знову сустрэцца с несколькими несприяльными семьями. А прача того, с надыходом теплых дзён больше уваги будет звертаться на место отпочинку. Рейды у нас обязательные по прибрежной зоне. Мы знаем точки, где собирается молодежь, где собираются люди постарше, чтобы где-то что-то проконтролировать. Ну и также наблюдение за рыбаками. У нас тоже очень для того предотвращения преступлений и правонарушений по незаконной ловле рыбы. Это тоже очень актуально. На Озерщинском участке Дзяніс Каўганаў працую крыху больше, как 3 года. За этот час не только познаёмся с большинством мясцовых жыхароў, але и выучу все так званые проблемные кропки. Да и проблем за апошний час стало меньше. На проконце минулого месяца у сельском доме культуры провели рок-фестиваль. Работа участкового инспектора на таких мероприемствах на виду не находится. Але об яе выниках можно мерковать по тем факте, что никаких нестандартных ситуаций под час концерту не узникло. Профессионализм Дзяніса Каўганава оценили уже не только у Рэчыцкага районе. По выниках минулого года он стал лепшим участковым инспектором милиции Гомельской области. Служение закону и людям – это сапраўды гоноровая миссия. Не на словах, на справе. Самое тяжелое участкового инспектора работе – это общение с людьми. Нужно когда-то понимать человека, воспринимать его проблемы какие-то. Правильное умение где-то выбрать тактику, где-то выбрать тон, где-то психологически подойти к человеку правильно, чтобы он был расположен к тебе, и он тебя понимал. И с этого получится разговор, и никакой, я думаю, никаких трудностей не возникнет в беседе с гражданином. Олег Сентюров, Ганна Каральчук, Яўген Макеенко, телерадыёкампанія «Гомель», Рэчыцкі район.